Всем привет, ребят! И сегодня мы продолжим играть с вами в красный шарик. Какого бы мне выбрать? Может быть, розовым шариком? Что? 100к, чтобы разблокировать следующий шар? Мне даже стало интересно, какой же он будет. Ну что, давайте поиграем розовым шариком. Если честно, он какой-то немного странный. Опс! И какой-то неповоротливый какой-то, ну я не знаю, ребята. Мне кажется, красный был бы прикольно. Этот шар как будто она, ну как робот какой-то что ли. Эй, как мне допрыгнуть до тех штук? Давайте-ка с разгончику, у меня просто пар какой-то идет из шарика. Может быть, попробовать оттолкнуться от этого квадрата? Я думаю, это плохая идея. Ну, нет! Похоже, это невозможно. Давайте еще раз. Сейчас, да ну его, может, ладно? В общем, я думаю, что не обязательно все собирать. Так что их тут целая куча, ребята. Главное не напороться на шипы, главное не напороться на шипы. Мы только начали. Угу. Ладно, еще одна звездочка. В принципе, управление прикольное. За мной еще тут солнце бежит. И мы прошли уже первый уровень. Что? Мы как будто в какой-то пустыне, ребята, смотрите на какие декорации, в принципе, прикольно, это реально пустыня, и первый квадрат уничтожен, ура, можем двигаться дальше, и, а как эту собрать? О, я потеряла жизнь, нафигашечки, я туда вообще полезла. О, ключик, отлично. Покупались. Ну да, здесь было так жарко, нужно было покупаться обязательно, ребята. Поэтому мы немного охладились, чтобы сейчас пройти этот уровень. Кстати, прикольно, что он вот так в воздухе задерживается. Опс, сейчас попробуем. Это нет, не получается. Я не знаю, как-то нужно низко прыгнуть, что ли, или как. Но я боюсь, что я опять потеряю еще одну. Фу, это было, если честно, страшно. Я даже вспотела. Так, это, похоже, исчезает. Ну да, я была права. На нее можно прыгнуть только один раз. И это очень опасные штуки. Ну что, давайте сюда. Пойдем пособираем. Ого, сколько их тут. А туда как запрыгнуть? Так, давайте с разгончику. Есть, есть, получилось. Теперь главное вниз и не пропасть. Есть, ну конечно, я потеряла еще одну жизнь. Ну ладно, мы опять в пустыне. И, ребят, слушайте, тут какие-то эти пустынные острова, они мне не нравятся. По ним очень сложно прыгать. И пустынный квадрат сожрал меня. Забрал одну жизнь. А-а-а, меня сейчас раздавит. Фу, мы выбрались. Что там впереди? О-о, я вижу, что впереди уже очень сложный, очень-очень быстрые прессы. Как вообще просто... А-а-а! Они меня не задели? Ребята, они меня не задели? Главное... Ну, в общем, когда они спрятались, нужно бежать сразу. Эй, а как сюда запрыгивать? Похоже, наш розовый шарик обожрался сегодня бутеров. Оу, тыщ, есть. Ну, пока все получается, ребят. Эй, а как туда запрыгнуть? Там же высоко. Куда я лечу? Это очень сложно было вообще. Зачем делать такие уровни? Да, сначала ты пропадаешь, ну, типа, посмотрел, что там внизу, а потом опять начинаешь и проходишь. Это ужасно! Я опять потеряла одну жизнь. Да уж, хорошо, что они восстанавливаются. Оу, стоп, мы оказались в какой-то пещере. Или это больше, знаете, что, на что похоже? На вулкан какой-то, потому что внизу лава. Ну, главное, нам не поджариться, иначе мы из розового превратимся в коричневый цвет. Иху, оп, ага, отличненько, собрали. Ой, как-то тут мало пространства, если честно. Нужно куда-то вверх отправляться. По одной палочке осталось, ребят, как думаете? Фу, я прошла.
А вот куда теперь прыгать, я не... Фу, нам повезло, тут оказалась земля. Ну, вернее, не земля, а... Эй, аккуратнее. Да уж, ну и уровни тут, конечно. Если честно, ребят, это сложно. О, лифт. Нужно немножечко покататься. Ну, туда я чуть не хочу лезть собирать эти звезды, если честно. Это будет сложно. О, ребята, ключик. Ну вот, это была обманочка. Ну ладно. Опс. И тыщ. Покатай меня, лифт. А вдруг нам нужно сейчас будет спускаться вниз? Ну ладно, посмотрим, что это. О, я, кажется, по горке должна две жизни минус. Они такие быстрые, посмотрите, как вообще через них проходить. Тринц. Мне нужно как-то прокатиться быстро, ребята. Фу. Ну, конечно. Конечно же, в конце были еще шипы. Ну, мало было прессов на тебе. Ненавижу такие уровни. О, что произошло с моим шаром? Ладно, идем вместе. Идем, ребята. Не спешим. Да. Все, главное не торопиться. Теперь мы знаем, что там есть еще препятствия. Сейчас главное здесь не потерять жизнь. И вот здесь вот. И дальше сейчас прокатимся. И нужно будет сразу прыгнуть. И-ху! Короче, тут можно было потерять целую кучу жизни. Но так как у меня было 3, я все-таки смогла пройти этот уровень. Ну ладно, идем дальше. Ну, вообще это было сложно. Квадратище, ну что же ты мне мешаешь-то? Главное теперь, чтобы меня жернова не сожрали тут. Они очень прожорливые. Я предполагаю, что мне нужно туда. О нет, мне еще нужно будет вверху что-то собрать. Что это там за штука такая, ребят, появляющаяся? А, я потеряла кучу жизни, чувствую. Все, всем пока. Да уж. Ну ладно, начинаем еще раз. Этот уровень просто какой-то безумно сложный. Да. Ладно, идем. Жернова. Теперь мы знаем, что нас ждет впереди, и это очень хорошо. Мы знаем, что вот на эту палочку лучше... Нет, ну ты... Она такая быстрая, я не успеваю. Она все равно вперед меня. Видимо, нужно было прыгать, когда она еще появилась. Но она такая исчезает, и мы такие... О, опять эти прессы. Ну, почему так быстро? И трищ. Оп, отлично. У меня осталась одна жизнь, и очень мало шансов, что я пройду этот уровень еще раз не начавши. Ну, ладно, будем поаккуратнее, ребят. Главное, чтобы тут не было никаких вот таких вот штук, куда надо прыгать не в неизвестности. Да, конечно же, они же такое же сделали. И есть, ребят, нам удалось пройти с одной жизнью. О, мы опять оказались на суше. Очень странно, сзади горы, как будто это какой-то ледник. А здесь просто цветет травка. Ну ладно, может мы где-то высоко в горах находимся. И тут тепло, а в горах холодно. Ну, в общем, не знаю. Ой, а как мне сейчас отсюда выбраться? А, я потеряла жизнь. Нет, опять квадратов. Вот это да что такое? Ну, пока все идет не... Хотя нет, плохо, плохо, плохо. Это ужасные уровни. Оу, тут еще и прессы, все. Да уж, меня просто расплющило на этих прессах. Ну, идем вперед. Мы должны обязательно пройти этот уровень. Да уж, кто же придумывал это? На самом деле, сложновато. Главное, шипы торчат и сверху, и снизу, и сверху, и снизу. И ты просто не знаешь, как. Как вообще сквозь них пройти? О, он был коротким. Ну, в принципе, мы его прошли. Опять.
Опять мы в пустыне. Это как же нас так телепортирует быстро? Квадратик, извини. Но мне придется от тебя избавиться. Ага, вот он и ключик. О, нет, я напоролась на шип. Ну ладно. О, валун. Ну, похоже, он мне пригодится. И предполагаю, ага, что мне придется на нем прокатиться. Он мне для чего-нибудь еще нужен будет? Он мне сейчас вход закроет. Ребята, интересно, там есть второй выход? О, лифтик. Уху. В принципе, можно было уже закончить этот уровень. Ну ладно, давайте попробуем собрать эти звезды и не свалиться вниз. И есть! Ребят, мы прошли. И мы... Ого, ребят, мы открыли желтый шарик. Слушайте, это безумно прикольно. Вот этот шарик мне нравится. Он какой-то позитивный. У него есть улыбка, и мы можем отправляться вперед. Ну, вот, прикольно он улыбается. Тыщ, есть! Я думаю, с этим шариком нам удастся пройти эти уровни просто на раз-два. Но я предполагаю, что последние уровни, они очень сложные. Смотрите, опять эти... мы потеряли жизнь. Опять эти ужасные прессы. Ну ладно, двигаемся вперед. И тыщ, ты тыщ. Как-то мне сейчас нужно так вот разогнаться, чтобы вот сюда... это сложно! Зачем нужно было пихать туда звезду? Интересно, сами разработчики ее вообще смогли достать? Я что-то вообще не уверена. Куда сейчас прыгать? В принципе, можно, да, уже в следующий уровень прыгать. И, ребят, что у нас осталось? У нас дополнительные какие-то еще уровни. Прикольно. Ладно, идем вперед. Иху! Что это? Что это такое бежит? Это что, на время, что ли, ребят? Да ладно, прикольно. Ну ладно, попробуем пройти. Интересно, удастся ли нам поставить рекорд? Еху! Тут одна жизнь всего лишь, ребята! Стоп, или не одна жизнь, тут три жизни, но почему меня сразу убило? Это очень странно. Или я уже до этого потеряла жизнь? Что-то я уже запуталась. Ладно. Нет, все, сразу убивает. Просто сразу убивает. Тебя сразу забирает три жизни. Да уж. Ну ладно, ребята, пробуем еще раз. И тыщ, тыщ. Есть. И катимся. Так, пока все получается. Этот шар какой-то супер медленный. Это очень странно. Ну ладно, идем. Мы не отвлекаемся на звезды. Просто идем, идем. Посмотрим, удастся ли нам побить этот вообще рекорд. Тыщ. Есть. Еще. И прыжок. Сколько вообще нам звезд еще удастся? 4. Ну, короче, ребята, в общем, как-то так. Всем пока, ребят.